Спасибо, дай Бог вам здоровья. Что беспокоитесь? Здравствуйте, бабушка Катя. Вот сегодня мы приехали и привезли вам продукты, вот наш продуктовый набор, благодаря одному жителю Америки, Владу Чепрасову. Он очень переживает за жителей на Донбассе и знает, что здесь очень трудно. Это 12-е, это Трудовские, это Красная зона. Скажите, бабушка, вы одну войну пережили, да? Я плохо слышу. Вы две войны пережили? Я? Да. Ну, скажите. Мам, вы две войны. Первая война, в 41-м немцы напали. Вы же были в Пологах, в Запорожской области жили. Украина. Она оттуда самородом родилась. Город Пологи Запорожской области, правильно? Да. Да. Немцы были у вас в хате, жили, правильно? Да. Да. Ну расскажите. Ну, бабушка очень переживает, и она плохо слышит. А что сказать? А теперь вторую войну переживала. Вторая. Вот ночью сегодня стреляли. Я войну пережила. Это много говорить надо, что я пережила. Окна вылетали здесь в зале. Хорошего ничего. А теперь вторая война. А теперь вторую войну переживаем. И окна у вас. И все переживай. Когда же это все закончится? Стреляют сильно. Ты вчера только вот подмазали, побили. Стреляют. А вам в дом прилетали снаряды? А? Вам в дом прилетали снаряды? Перед воротами. Окна повыбивало было. Повыбивали все окна. Стекла повыбивали. И крышу побили. Огромное спасибо, дорогие друзья, за то, что вы помогаете. Влад, спасибо тебе. Спасибо. Почему? Потому что вот такие бабушки остались одни на линии фронта. И без вашей помощи им очень и очень трудно выжить. Спасибо огромное. Низкий вам поклон. Спасибо и вам большое огромное за все.